Надо. Так, сейчас пока собираемся. Всем привет. Соня, давай получим. Всем привет. Девочки, тихо, тихо. Девочки, тихо. Привет. Я с вами разговариваю. Меня не слышно, что ли? Алло. Нет, не было. Меня не слышно? Сейчас слышно. Слышно меня, да? Сейчас прекрасно слышно. А, смотрите, ребята, можно 5 секунд, Галь, пока не выписывает? Я слышу сейчас. Нужно многим закрыть этот звук. Галь, ты меня слышишь сейчас? Слышно меня или нет? А? Я сделала микрофон громко-громко. У меня слышно микрофон громко. Смотри, музыку сейчас слышно? Я включаю музыку. 5 секунд. Слышно? Слышно было музыку? Слышно было, да? Все хорошо. Просто мне нужна будет... Поэтому я пока тестирую в Zoom. Итак, всем добрый вечер, дорогие наши партнеры. Как радостно, что нас 55 человек. Еще будет больше, сейчас к нам торопятся наши партнеры. Казахстан приветствуем. Приветствуем Италия, мы видим. Приветствуем Россия, Турция. Кто еще, кого еще не озвучили? Какую сторону не озвучили? Говорите вслух, о себе заявите. Кого-то привет может... из Украины, Запорожья. Украина! Как же мы могли забыть про вас? Отлично. Так, мне хочется еще увидеть. Аня Витовская, привет, дорогая. Очень рады, что ты с нами. И ты начала наш Новый год, 2020 вместе с нами. Значит, Израиль будет сегодня тоже продвигать нашу идею движения бизнес-концепцию. Приветствуем. Так, смотрите, дело в том, что сейчас мы буквально минутка еще начнем, а пока я смотрю, кто у нас на связи, кто как выглядит, дресс-код, кто соблюдает дресс-код, вот такие все красивые девчонки, Елена Зюхина, Катя, Наталья, Ершова, Кузнецова, Виталий, ребенок. Я просто под этот подключилась. А девчонки вообще в масках сидят. Хозяева Надежда вообще молодец. Анова сидят в масках. Анова, привет. Так, отлично. Моя просьба. Отключите, пожалуйста, ваши ручки. Я не кричала. Я просто включу. Давайте так, успокоимся и отключим все наши микрофончики. У Лауриты включен микрофон. Так, так. Я сама выключаю, все могу. Достан, так. Выключите микрофон. Давайте с вами сегодня договоримся. Мы сегодня с вами проведем прекрасный, интересный вечер. Вот, потому что, знаете, практика такая, наверное, впервые. Хочется провести корпоратив в онлайне, но так как мы не можем все вместе встретиться за столом. Так, я выключаю, что могу, ребята, извините, но вы постарайтесь выключить звук, чтобы я не отвлекалась, хорошо?
потому что у меня есть к вам сегодня интересная программа. Хочется с вами вот реально пообщаться вживую, а не моноложить, как в вебинарах я сижу, сама с собой разговариваю. Вот. И сейчас, сегодня такой классный вечер предпраздничный. Кто-то сидит, ужинает, я вижу, приятного аппетита. А вот, всем добрый вечер, новогодний, семейный, дружеский. Но у нас сегодня будет бизнес-вечер, потому что наша сегодня компания имеет партнеров в разных странах, и мы сегодня прямо сейчас не можем все посидеть за столом, покушать чего-то вкусненького, да? Но мы с вами можем что? Это пообщаться, в обратной связи, даже поиграть. Кто из вас сегодня готов вообще вот реально поиграть в онлайне и заработать деньги, друзья? Кому нравится эта идея? Елене Зюхину нравится идея, да? Кому еще нравится идея поиграть и заработать деньги? Молодцы, так, я не вижу, вы не подписаны все, я вас на лицо, ну, как бы не всех знаю по именам, фамилиям, просто знаю вас визуально, да? То есть вы не обижайтесь на меня, если что, я вас буду, ну, как бы не называть по имени. Пожалуйста, во время игры, которую я буду проводить, обязательно, я потом буду, ну, скажу попозже чуть-чуть, что нужно будет делать. Но сейчас пока не играем, пока начинаем нашу встречу. Вот, я вас буквально заинтриговала, поэтому постарайтесь меня послушать, выключить звук, потому что все сегодня наши, скажем так, добавлялки будут действительно интересными. И в конце нашего вечера мы проведем действительно очень мощную коллективную медитацию на осознание. Это будет очень мощно. Вы должны приготовить были водичку. Я вас предупредила, кто приготовил водичку, поднимите руки. Галина Платонова первая поставила кружку с водой, да? Вот, молодцы, потому что это серьезная штука. Я лично скажу вам так. Кто с нами? Ой, ребят, включайте звук. Тяжело. Молодцы, я вижу, 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 молодцы. Угу. Поэтому кто... Так, опять начинает. Вот, минус единственный в Zoom, это что люди не могут сразу отключить звук. Ну ладно, ничего страшного, мы справимся. Мы справимся, это наше первое корпоративное мероприятие в онлайне. Вот, мы надеемся, к этому потом привыкнем. Если у нас получится все, мы будем проводить такие мероприятия очень часто. Если нам понравится и мы захотим, мы будем встречаться чаще, чем мы думаем, да? Смотрите, с первого как бы такого задания, да, мне хочется поздравить на самом деле и выделить наших людей, которые в течение года с 1 числа, с 25, то есть декабря ровно год назад к нам присоединились, в течение года себя каким-то образом проявили. Сегодня мы хотим дать просто в онлайне признание. Но когда у нас будет новый сайт, и когда будет интегрировано все наше желаемое, да, что мы задумали, у вас будет видно на сайте, и там уже будет, соответственно, программы, которые вас будут мотивировать, и система. Она будет понятна, ясно, всем видна. Но сегодня я хочу вам сказать от администрации всего совета, скажем так, выделить несколько человек, да, которые сегодня... Вот действительно выделились, проявили себя в течение времени, показали свою устойчивость и проявили свой характер. Я сейчас хочу выделить этих людей, чтобы вы о них знали, да? Знали своих героев на предстартовом движении. Вот, сейчас буквально открою свой список и вам хочу озвучить. А далее потом продолжим интересную беседу даже. Итак, смотрите, у нас сегодня хочется выделить за большую активность, за такую самоответственную активность, это Елена, которая проявила с первого дня не просто как лидер, да, а как инициатор движения, потому что в течение года она показала большое движение в офлайн, скажем так, бизнесе, да, где она проводила очень много встреч. Она провела и тренинг совместно со своими лидерами внутри своей команды и за пределами ее. Вообще хочется заметить, что такие люди, как Елена Зюхина, она из города Череповца. Леночка, покажи своим самое, покажи себя, покажи, чтобы все знали, что ты такая есть у нас, что ты сегодня проявила себя очень сдержанно и очень активно. Независимо от того, что мы какие трудности испытывали в течение года, они были,
ты была в курсе всех, и очень приятно, что твоя активность, она была в стабильном ресурсе, поэтому мы тебя выделяем как мисс Активность. Аплодисменты все от души Лене Зюхиной. Благодарю, вот. Лена. У меня нет слов. Активность активностью, но без команды двигаться-то некуда. И когда есть маячок в роли тебя, Галины, Анны, Дана, и вот охота двигаться-то в том направлении. Курс только на одно, на осознанность. А тут уже все складывается, события. Ну, Вселенная никогда не ошибается, мы это все прекрасно знаем, и я благодарю вас всех за то, что вы создали именно эту компанию, где сложились очень многие пазлы для всех людей, начиная от тех, которые только просыпаются и начинают изучать эти знания, до сильных лидеров, сетевиков, прокачанных людей. То есть тут целевая аудитория, она шикарна, и этот проект, он подходит ко всем. Вообще ко всем, любой категории людей. Так что я вас благодарю. Я рада, что я знакома лично с вами, со всеми. Для меня это честь. И останавливаться я не собираюсь. Сейчас у меня приедут с отдыха лидеры, и мы будем уже собираться после Нового года. Первая встреча будет 4-5 числа в Москве. Леночка, молодец, так держать. Мы тоже благодарим тебя за активность. И с первого дня, кстати, ты очень сильно активна, поэтому мы тебе решили дать такую звание «Мисс Активность», да, в сегодняшнем году по окончании этого года. Следующий год, думаю, покажут конкретный статус, но у нас будет статус работать, поэтому мы будем работать конкретно на конкретно. Ну, а сейчас я хочу перейти к нашему номинанту. Я хочу выделить нашего... скажем, мужчина уже, который проявил себя реально как мистер педагогичность, да, так назовем его. Это нас, Влад Сериков, который там проводит на регулярной основе свои бизнес-тренинги. За что благодарность ему огромная от всей компании, команд, потому что он дает большую полезность. И если Влад Сериков находится на связи, Тима, ты где? И если слышу, дай тебе знать. Всем добрый вечер. Я не расслышал, какая номинация? Мистер педантичность? Мистер педагогичность. А, педагогичность. Я тоже мистер педантичность. Благодарю потому за... Потому что... потому... Да. Да, говори, говори. Окей. Давай. Благодарю за признание. Я быстро, да. Ага. Да. Говори. Быстро. Всех с наступающим Новым годом. Желаю в Новом году исполнения всех наших задуманных планов, но в согласовании, в доверии с высшим разумом, с источником жизни, да, как говорит наш мастер. Низкий поклон вам, Елена, Юрий, Галина, Олег и, соответственно, нашей семейной чете, это Александр Станиславович и Анне Ричи. Благодарю вас за столь такую мощную площадку, благодаря которому не просто сама система меняет жизнь, а вообще в целом наше движение меняет целый мир. И это радует то, что ты стоишь у истоков и можешь внести свою лепту в реализацию этого проекта. Благодарю всех тех, кто стоит у истоков. Это команда казахстанская полностью, российская команда. Здесь мы не будем выделять кого-то лично, но в целом хочу поблагодарить и команду свою, и команду российскую структуру. Будем, как говорится, дальше двигаться. Мне только в радость. Так что всех с наступающим Новым годом, всех обнимаю. Жду не дождусь, Елена, личной встречи с вами в феврале в Алмате. Так что всем. До встречи, Тима. До встречи. Благодарю тебя за прекрасные слова. И еще тебя отдельно хочу поблагодарить за ваше казахское движение. Вы, ну, вообще проявили себя, конечно, молодцы. Я не могу не упомянуть Алжаса, он тоже молодец, красавчик, но сегодня продолжается движение, сегодня есть ценности у вас, которые вы приобрели в компании Geltrust System, это финансовые инструменты, это Дана систему. Пускай во благо она всем служит, и пускай вы не потеряете себя на этом пути. Тима, благодарю за всю твою педагогику, бизнес, свои вебинары,
Просто вся команда благодарит, просто я в лице сегодня от всех хочу много сказать всего, как говорится, да? А, продолжаем. Смотрите, я хочу выделить сегодня Юлию Хохлову и дать ей звание такая мисс ответственность, потому что эта девушка с первого дня нашего старта проявила себя как ответственный человек, потому что что бы ни попросили мы этого человека внутри, за кулисами, тут какие-то ролики обрезать, это, ну, как бы любые задания, которые мы ей давали, она делала ответственно. Я хотела бы, чтобы все знали, что мы сегодня обращаемся не только к специалистам каким, да, которые помогают нам создавать внутри там сайта что-то, да, но и еще вот наших партнеров, которые ответственно себя проявили, это Юля Хохлова. Я благодарю и от всей команды администрации, и от партнеров, которые видят, как ты работаешь, и насколько ты ответственная. Благодарим тебя, и пускай ты будешь примером всем командам, которые идут за тобой, и в сотрудничестве всего движения. Поэтому, Юля, если есть что сказать, будем рады. Я вижу, ты здесь, но ты почему-то застряла, да? Нет, видно, слышно меня? Еще я. Говори. Да. Благодарю вас за такую номинацию. Ответственность, конечно, людям нужно 100%, потому что зачастую много мы сами себя заново. Но что хочу сказать, всех поздравляю с наступающим Новым годом. Всех сбывались ваши мечты, которые вы хотите, чтобы все получалось, все складывалось. В семьях была тепло, любовь, забота, чтобы ваши детки болели, чтобы ваши родные и близкие жили долго и счастливо, и радовали вас очень-очень долго. Поэтому всех благ наступающим от души желаю. Юлечка, за номинацию, Елена Ивановна. Благодарю, дорогая. Следующая наша номинация очень такая интересная. Хочется вручить такое, как бы, звание «Мисс Доброта». Это Светлана Светлановна, которая очень себя проявила по-доброму в комментариях каждого нашего партнера. Ее работает на созидание. И очень сегодня в ее постах, в комментариях чувствуется прям море доброты, от чего очень тепло, и хочется, чтобы этим всем заразились наши партнеры. Я не знаю, Светка, ты здесь или нет? Если ты здесь, скажи, да, я здесь. Не вижу. Здесь я. А, вижу. Вижу, ты у нас мистер, мисс Марго. Я сейчас слышно буду говорить, нормально? Да, говорим, да. Вообще без подготовки абсолютно, честно. Просто говорю, как на духу, как говорится. Я зарегистрировалась 26 числа, год назад уже. И рада тому, что я с этого пути не свернула, сворачивать, потому что чувствую себя действительно в самом надежнейшем месте за всю мою жизнь. Поэтому, в общем, я хочу вам пожелать, чтобы у вас все в семьях было хорошо, чтобы близкие были здоровы, благополучны, потому что от этого зависит и ваше счастье в первую очередь, чтобы вы жили в изобилии, чтобы вы... чтобы ваши команды росли, потому что это, конечно же, и финансовый результат, который даст вам возможность перейти совсем на другой уровень жизни, к чему я и сама стремлюсь, и я знаю, что у меня это получится, поэтому я с этого пути не схожу. И я благодарю Лену, благодарю Галю, благодарю Дана, благодарю, в общем, благодарю всех, кто наши мины, все, кто приложили к этому не только как руку, да, говорят, свою, а приложили свое сердце, вложили свою душу. И здесь действительно могут находиться только те люди, у которых есть чувство. Я чувствую твою душу, а ты чувствуешь мою, да, или, как говорят, от сердца к сердцу. Поэтому отсюда уйти могут только те, кто еще пока не научился чувствовать. Благодарю Вселенную за то, что я в этом году 2 раза встретилась лично с Галей Платоновой, и 1 раз мне посчастливилось в Москве обняться, и не 1 раз причем, с Леной Кононовой. До сих пор помню эти ощущения. Благодарю. Надеюсь на то, что в этом новом году мы снова все встретимся, и нас будет гораздо больше. Люблю, благодарю и славлю вас всех. С Новым годом!
А, дорогая, обнимаю, ты такая сегодня нарядная, прям такая настоящая новогодняя мисс Марго. Вот, классно, классно, классные слова, благодарю, очень приятно. Следующее я хочу прям дать такое, знаете, такое необычное, пускай будет такое звание, но мистер отзывчивость я сегодня хочу дать, не то что я, а мы, это Максиму Мезенцеву, который сегодня проявил себя вообще в большой поддержке в течение года, вообще в чатах, он всегда отвечал на все вопросы, даже когда мы находились вне зоны действия сети, и что знал, тем помогал партнерам при вопросах, вот реально давал ответы компетентные, и очень нравится, что этот человек действительно показал себя как вот реально наша стена, которая вообще разбирается в вопросах, пускай у него небольшая огромная команда, как у многих, да, есть у нас в системе, но он сегодня действительно вот реально отзывчивый такой человек, хочется дать ему так мистер отзывчивость. Максим, скажи, ты здесь или нет? Я хочу увидеть тебя сейчас в онлайне, ты или нет? Он всегда нас посещает мероприятия, и вот каким-то образом, может быть, сегодня его нету, но... В общем, если ты здесь, хотя бы напиши, что ты здесь, может быть, там, не знаю, ты стесняешься или нет. В любом случае, мы тебе это все передадим. Если ты тебя нету, я тебе отдельно скажу. В записях ты можешь посмотреть, что мы тебя сегодня выделили. Благодарим тебя так держать, и пускай все команды, которые находятся в чатах, поддерживают друг друга добрым словом, честно помогая на пути в чем-то разобраться. Вот это действительно сегодня помогает, именно концепция чата помогать друг другу. Поэтому, Макс, большое тебе спасибо, благодарим тебя и так держать. Следующее нам хочется выделить мисс пунктуальность Романову Марину. Где Романова Марина у нас? Потому что это человек, который вообще ни одного не пропустил мероприятия, которые делает компания The Authorization. Вообще, она была на Кипре, она была на саммите, она была в Сочи, она была в Москве, она посещает все мероприятия, все спорты. Это просто такой пример для подражания. Я сегодня прям хочу услышать тебя. Дай нам, пожалуйста, свои. Я здесь. Вообще, огромный пример для подражания. Просто если такие будут все партнеры на следующем году, то я думаю, что у нас будет очень бомбезное движение, потому что тебе эта энергия била ключом в течение всего года. Марина, дайте слово. Леночка, очень неожиданно, благодарю, конечно, да. Ну, я очень благодарна тому человеку, кто меня пригласил. Мою историю помнишь, да, пригласили и забыли про меня. И я настолько рада, что я с вами познакомилась. И для меня это очень приятно, потому что я всем говорю, у меня такой стержень, что меня теперь никто не рвет. Я люблю The Outdoor System, я люблю соучредителей, я люблю всех, кто здесь, партнеры. Леночка, благодарю, я прям что-то растерялась, если честно, даже. Очень приятно. Благодарю вам, тебя, Лена, Галину, Дану, ну вас вообще всех-всех. Я очень рада, что у меня судьба вот привела к вам. Ваши объятия. Как бы так вот. Ну, благодарю. Благодарю тебя, дорогая. И вообще, кстати, будьте готовы ко всему. Вы, если себя проявляете активно в движении, вас все равно заметят люди. И если будут большие мероприятия, будьте готовы выйти на сцену и какую-то заготовить речь. Потому что любой активный человек, который у нас сегодня позиционирует себя как лидер команды, вы должны знать про себя, что вы что-то в жизни уже проявили и показали, и доказали. Поэтому всем советую на будущее быть готовым выступить хотя бы на одну минуту. Поняли? Все, хорошо, будем исправляться. Потому что мы вас хотим замечать, мы хотим вас видеть, ваши таланты, ваши эксклюзивные какие-то мысли, внутри какие-то бизнес-планы, может быть, которые у нас, допустим, сегодня в какой-то мере открываются, а у вас они, может, больше откроются, поэтому постарайтесь проявить себя по максимальной, как бы, стороне, окей? Окей, договорились. Дальше я хочу выделить, я не знаю, есть она или нет, но я хочу дать такое, знаете, признание как мисс вдохновение,
Это есть такая у нас Курала из Казахстана, любимая всеми, светлячок, солнышко. Если она здесь есть, дай себе знать, Курала, потому что это не только тебя в данный момент, но вся казахская команда тебя знает, потому что ты сегодня проявила вот реально себя как вдохновение, собрала женский клуб, открыла такое движение, женское направление, где ты даешь хорошие, правильные, компетентные рекомендации, и в конце концов ты очень вдохновляешь своими позитивными мыслями. Я не знаю, ты здесь есть или нет, дай себе знать, чтобы я понимала, ты здесь или нет. Если нет, то ты услышишь это в записи. Мы тебя очень любим, ценим, уважаем, и от нас большое тебе благодарю, от всей нашей команды, администрации, и я в лице скажу для от всех партнеров, потому что все о тебе такого, знаете, парящего, такого вдохновленного состояния о тебе всегда говорят. Вот, кто может о ней сказать пару слов хороших, если ее нету, я готова дать вам слово. Кто может сегодня хорошие слова произнести Куралай? Леночка, можно я скажу? Да, я с Куралай познакомилась на Кипре. Вообще, вот у нас разница в возрасте, но мы очень потом обе удивились, мы на одной волне, это вообще такой светлый человек, и мы с ней как одногодки тусили там вечерами, и вообще у нас мысли одинаковые были. В общем, девчонка классная, я просто рада, что я с ней познакомилась. И правильно, Лен, ты говоришь, она очень светлый человек, она такая отзывчивая, она такая добрая, в общем, я ее тоже очень люблю. Привет, Куралай. Мы ее заметили еще в Питере. Она выделялась среди всех своей особой энергией. Ну, на самом деле, очень интересная, светлая, добрая девочка. Да, 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 да. Благодарю вас, дорогие, что вы все это дело как бы схватываете, да, поддерживаете. Вот, дорогие, давайте не будем отмалчиваться, и следующий, вот сейчас пойдет игра интересная. Кто отмолчится, тот и отсидится, и без денег будет целый год. Вот, поэтому кто активнее будет, тот будет получать по полной программе. Я сегодня посмотрю, кто из вас активный в нашем сегодня зуме. Так, следующую я хочу, тут немножко осталось буквально, и я хочу отметить сегодня команду Доната из Казахстана, как мистер исполнительность, потому что он сегодня проявил себя с того момента знакомства, когда мы познакомились, проявился как исполнительный человек, он сказал, он сделал. Я сегодня хочу, чтобы об этом человеке нашем знали все компании, потому что мне очень нравятся исполнительные люди, и которые разбираются в деталях, и просто берут и делают. Донат, молодец, так держать, если у тебя есть... А что сказать? Включайся, я вижу тебя. Мы сразу встречу. Это тоже наш партнер Алтынай. Она рядом со мной лечится. Мы работаем сейчас, как говорится. Алло, меня слышно? Видно все? Видно, но плохо слышно. Громче говори. Так, сейчас я наушник сниму. Минуты. Ага. Нормально слышно? Да, отлично, отлично. Да, я говорю, это моя лестница Алтынай, мы как бы работаем сейчас, сейчас вот тоже хотим подключить партнера. Ну, про себя, что я могу сказать, ну, как говорится, Галина, конечно, Елена, конечно, да, мы планировали, но Всевышний, в принципе, как бы и расположил так, что у нас все получилось очень классно. Как я говорил, у нас очень год, очень замечательно. То есть, и для меня, знаете, вопрос абсолютно не финансовый, вопрос в том, что я действительно познакомился с такой уникальной системой, с таким уникальным обучением и с такими уникальными людьми. Когда мы все находимся в осознанности, то есть нет ли счастья, да, как говорится, сегодня, сейчас. Да. Вот. Поэтому я действительно хочу всех поблагодарить, Елену, Галину, Олега, нашего учителя Александра Станиславовича, вот, всю администрацию компании Geo Tour System, которая действительно как бы делает сейчас работу. Я надеюсь, в ближайшее время вы обновите нам сайт наконец-то. Вот. И чтобы у нас, как говорится, больше где-то там, ну, можно было все сразу решить. Ну и всем желаю как бы в новом году
действительно как бы больших результатов. Я желаю вам в новом году, чтобы мы все действительно были на больших вибрациях, и чтобы на этих вибрациях мы просто научились притягивать людей. Да, как бы не просто сами искали, а чтобы люди к нам уже приходили. Вот. Я также хочу поблагодарить это действительно свою команду. То есть у меня сейчас в команде уже где-то порядка 350 человек, это за полгода. Я думаю, это хороший результат. Я даже недавно считал свой чек. У меня, кажется, в месяц в среднем заработать 2,5 тысячи долларов, если в среднем разбить. 18? Нет, 2,5 тысячи долларов в месяц в среднем. Я где-то в районе 4 тысячи долларов заработал. Класс. Я считаю, что это очень хороший чек. Я знаю, что на следующий год мы еще больше заработаем. Вот. Поблагодарю свою команду, которая, то есть это моя команда, которая, скажем так, она не то, что пошла за мной, допустим, да, то есть она просто как бы прочитала мои вибрации, мои ощущения, как бы, да, и просто на доверие пришла. Я действительно всех хочу поблагодарить, и Тимирбулата, который долго не думая, просто позвонил и как бы решил мне как бы поделиться этой информацией, вот, потому что это действительно дорого стоит, и я благодарю себя, что я услышал это, а не там не заарканился или, как говорится, не заумничал, да, вот, скажем так, вот. Ну, всем удачи, всех благ вам. Действительно, Всевышний нас любит, Всевышний нас оберегает. И действительно, Всевышний нам показывает действительно очень правильный путь. Ой, Донат, благодарю тебя за такие добрые слова. Так держать мы с вами, потому что у вас сегодня прям, знаете, и энергия, и понимание ключом бьет мы с вами, ребята. Ну, супер. Елена, вас ждем в этом феврале месяце в Алмате. До встречи, друзья, до встречи. Следующего я хочу подчеркнуть нашу мисс-идейность. Это Ксения Алешина из Санкт-Петербурга, которая сегодня вообще синхронно вошла в ногу с нами в движении и шикарно провела мероприятие в Санкт-Петербурге. Сегодня все отметили ее проведение этого мероприятия как ведущую. И она сегодня, конечно, по полной программе продолжила глубоко движение, и она соответствует всем знаниям сегодня в нашей компании. Она сегодня не просто носитель знаний, она сегодня уже их преподает. Я очень счастлива, что есть такие наши компании люди. Ксюша Алешина, если ты сегодня здесь есть, будем счастливы тебя слышать, потому что ты у нас солнышко, ты у нас свет, и ты должна с нами вместе выступать, говорить. Поэтому, если ты здесь, пожалуйста, возьми микрофончик. Я не знаю, ты здесь или нет. Галя, она здесь? По-моему, нет, да, она не успела, значит. Угу. Хорошо, она посмотрит все это в записи. Ничего страшного, мы тебя заметили, мы тебе даем свое призвание, признание. И продолжаем. Последнее, да, буквально последнее. Есть такое еще понятие, как мисс-сообщительность. Я хочу тоже выделить сегодня за очень доброе общение со всеми командами, выделить Татьяну Селиверстову, которая сегодня очень разговаривает громким голосом, внутренней душой, умеет поддержать, подбодрить. И вообще любое соприкосновение, когда мы общаемся, выделяется очень такой большой гласностью и синхронностью. И команда у нее, кстати, вся соответствует ей. Такая же интересная, сильная, многогранная. Таня Селиверстова, ты здесь, я вижу, новогодняя. Благодарю, Леночка. Хочу, конечно же, выразить благодарность нашим основателям за то, что они создали для людей. Вы знаете, опыт бизнеса большой, и я вот за весь год, я с самого старта тоже с 26 числа, меня, честно говорю, никто не приглашал. Абсолютно. Я выбор сделала сама, и я очень благодарна себе и Вселенной за этот выбор. Я не ошиблась. С каждым днем растет уверенность все больше в нашем деле. Ну, я очень хорошо понимаю Елену, Галину. Я очень хорошо понимаю, сколько им стоит это труда, сил для того, чтобы все это действительно поставить на рельсы, для того, чтобы это бесперебойно год работало. Но есть опыт, есть с чем сравнивать, когда то что-то с выводом, то что-то с сайтом, то еще что-то. Но у нас система действительно уникальная, это вот огромная благодарность.
огромная уверенность в том, что мы действительно в правильном направлении. Если еще кто-то не понимает, недопонимает, какой они получили бонус в своей жизни в виде этой компании, то я, конечно же, ну, вы знаете, я всегда говорю, что наш бизнес – это лакмусовая бумажка. Понимаете, у нас, вот я вот сейчас нисколько не расстраиваюсь, кто-то пришел, кто-то ушел, кто-то понимает нас, кто-то не понимает. Вы знаете, останутся действительно те люди, которые будут, вот может, через год, через два, они будут реально благодарить еще больше нашу компанию, наших замечательных основателей за то, что они вообще сделали. Может быть, многие еще этого не понимают. Но наше дело правое, мы будем уверены идти дальше. Естественно, сейчас вот я, например, уже вообще никак не ассоциирую себя отдельно. Я считаю, что это просто наша большая семья GL. Я очень вам благодарна, Елена, Галина, естественно, и нашим вашим мужчинам. И Анутан — это отдельная история, конечно, Анна Ричи. А это все единое целое, это все просто уникальный, шедевральный бизнес. Это тот бизнес, где душа, где сердце, где хочется находиться, где, вы знаете, какое-то спокойствие, нету нервотрепки, как было в предыдущих бизнесах. Ну, я не знаю, что еще может быть лучше. Поэтому работаем, и я всегда говорю, что тут даже не обсуждается. По сторонам смотреть вообще нет никакого смысла. Потому что, ну, лучше я уже не знаю, что можно придумать. Работать надо всегда. Команду надо везде создавать. Где бы вы ни были, что бы вы ни делали. Без этого, ну, просто бизнес, он не строится. Уверена, что все будет хорошо, потому что, ну, невозможно, чтобы было по-другому. Вот, нет никаких вот предпосылок, чтобы это дальше не развивалось. Просто о нас с каждым днем будут узнавать все больше, больше и больше, и будет популяризироваться все, и все у нас будет классно. Хочу передать привет своей замечательной команде, своим лидерам, своим звездочкам, своим талантам, их очень много. Просто, ну, обожаю всех, люблю, благодарю и славлю. Всех с Новым годом, друзья, с Новым годом! Танечка, благодарим тебя. Держи свой флаг красный, как на голове, этот колпак высоко. Твоя команда тоже тебя поддерживает, вижу, вообще молодец. Молодцы, ребят. Смотрите, это сегодня были такие знаки внимания с нашей стороны. Я вообще считаю, ну, пока на уровне большого энтузиазма сейчас происходит, но мы сегодня хотим, чтобы все автоматически, конечно, было на сайте. И хотим пропагандировать, конечно, новую нашу карьерную лестницу и вообще заниматься карьерой в этом бизнесе. Мы больше всех надеемся на начало года, чтобы у нас, конечно, все произойдет, все случится, как мы хотим. Вот, не будем загадывать прямо сейчас, но точно знаем, что куда идем. Поэтому все, что сейчас было признано, оно было по делу. Если кто-то обиделся, что кого-то, может быть, не заметили, не обижайтесь, потому что есть время проявить себя по максимуму, как мы можем. Согласны со мной? Тем более с нашей системы вообще обижаться смысла ни на кого нет. Если кто-то проходит систему ТОР, знает, что сегодня мы, что можем сегодня практиковать, это реально систему «Благодарю, люблю и славлю», и никаких негативных программ мы не несем. Согласны с нами? Кто согласен, поднимите руки. Двигаемся вперед. Смотрите. Наше сегодня мероприятие в онлайне, оно, конечно, такое нестандартное. Мы сегодня получили обратную связь у друг друга. Я хотела бы с вами поиграть и с целью заметить, опять же, вашу активность. И я хочу провести викторину, которая сегодня может дать вам небольшие деньги, но они будут означать, что, как, знаете, как примета в следующем году. Кто будет активнее, тот больше. Кто хочет стать миллионером? Поднимите руки! Как сегодня вас мотивировать? Я уже, в принципе, не знаю, у нас все для этого есть, но я хочу посмотреть, насколько вы сегодня активно будете отвечать на вопросы. Давайте договоримся заранее. Никто руку не поднимает в нашем зуме. Не надо поднимать руку. Просто говорим «я». Я готова ответить слово «я». Кто первый скажет, да, Галина потом помогает мне. Потому что я сижу с ручкой, записываю, кто будет правильно, ну, кто готов ответить правильно. Если неправильно, не считается ответом. Вот, я считаю, кто здесь быстрее тому и того и тапки. Постарайтесь внимательно послушать вопрос. Я могу максимально повторить его два раза.
И ваша задача, нужно каждый правильный ответ будет вам начислено $5. Это простые вопросы, но если вы накопите там около 30 вопросов будет, вы можете выиграть больше $100. Поэтому давайте поиграем к Новому году. Готовы? Вообще, раньше я проводила такие мероприятия как бы и за столом, и вообще как бы в огромных коллективах. Я этим профессионально занималась. Я режиссер массовых театрализованных представлений и праздников. У меня большой стаж, на самом деле. Я музыкальным работником работала много лет, и с баяном носила. Вот, и проводила много встреч, конкурсов. И впервые в жизни я провожу в онлайне. Для меня это просто необычно, но нужно работать, научиться и здесь. Мне это самое интересно стало, и поэтому посмотрим, что получится. Итак, вы готовы, друзья? Да, готовы. Вопросы будут разного характера, абсолютно разного характера. Они будут из сказок, они будут из мультиков новогодних, они будут из нашего бизнеса, они будут из жизни. Поэтому готовьтесь быстро соображать. Здесь не будет одной направленности, поняли? Поняли. Интересно? Очень. Драться не будем из-за того, что если у вас будет одновременно выступать два человека, я думаю, что будем каким-то образом разбираться, но давайте будем не злыми, то первый, то справедливость будем смотреть, рассматривать все, окей? Итак, значит, первый вопрос. Внимательно слушаем. Я не буду говорить, откуда этот вопрос, из какой среды. Потому что ваша реакция, вообще реакция решает все. Если сегодня максимально будете реагировать в этой жизни, у вас будет то же самое. Следующий год покажет вам 100% зеркало. Поэтому постарайтесь быть активными и сообразительными. Так, поехали. Первый вопрос. Мы провожаем сегодня год свиньи, провожаем свинью, правильно? Итак, какой из сказки, единственная сказка, свинья подложила свинью? Вопрос не слышно. Кому-то включен микрофон и этот звук. В какой известной русской сказке свинья подложила Морозко. Свинью? Кто сказал? Кто сказал Морозко? Ребята, говорите, кто говорил? Я слышала Морозко. Бакирова. Кто еще раз? Бакирова Анар. Анар, да? Так, пишу Анар. $5. Я просто записываю, ребята. Вы будете, если вы сказали, то вы дальше держите, фиксируйте свое как бы ответ. Хорошо? Я записала это. Это плохо слышно. Ребят, Zoom так работает. У меня все хорошо. Все, дальше продолжаем. Лена, ты можешь отключить микрофон на тех людей, у которых включены. Никто шуметь не будет. Смотри. Так. Ну все, выключила у двух людей. Так, поехали дальше. Кто будет отвечать, быстренько включаем в звук его микрофончик и отвечаем. Ага, так. Тише, я еще ничего не говорю. Ребята, тише. Кто такой Рикки-Тикки-Тави? Мангуст. Кто? Мангуст. Мангуст. Кто сказал первый? Я сказала Света Светланова. А мне кажется, я. Ну, все первые. Все сказали, да? Моментально. Многие сказали. Да. $1, значит. Хорошо. Вопрос упускаем. Давайте так еще. Кто будет контролировать вопрос? Галя, ты можешь контролировать по фиксации? По $1 можно. По $1? Да, так будешь по 12. Только хотел сказать, в чате, если будет писать, да, то тогда будет понятно. А первый. Как они напишут, кстати? Как они, кто быстрее?
А, давай, Галь, давай, давай, как давай. Вариант, да, да. Как но дело в том, что половина людей с телефонов, и чтобы выйти на чат, нам нужно сначала зайти в чат, потом написать, это очень сложно. Это очень долго, да. Ну, да. В этом есть минус, конечно, онлайна. Давайте попробуем все-таки поиграть и делаем выводы свои, хорошо? Давайте говорить я сначала, а потом ответ. А вдруг неправильный ответ? Стоп. Правильно, давайте это говорить я, первый, кто я, и попробуем следующего. Следующий вопрос. Итак, какие волшебные слова говорил Буратино? Кто вспомнит? Я. Дюхина. И я. Я. Фэкс, брекс, фэкс. Правильно, Зюхина, правильно. Я сказки читаю каждый вечер. Я записала. Посмотрите, удобно, кстати, кто говорит «я», это очень удобно, чтобы не перебивать друг друга. А у меня шаблоны наделаны уже. Да? Молодец. Так, следующий вопрос из другой как бы сферы. Тоже надо быстро отреагировать. Срочно скажите, какая стартовая итоговая стоимость ячейки в бинаре? 10, я. Я. Это уже последнее. Кто первый сказал? По-моему, Светлана Никитина, да? $100. Стартовая и итоговая. И итоговая. И тысяча. Тысяча. Правильно. Стартовая, итоговая тысяча. Тысяча. Светлана Никитина, я видела, что первая подняла как бы я. Я записываю Никитина. Дальше. Тоже быстро соображаем, кто говорит первый я, с того и слушаем. В кого превратился по итогу гадкий утенок? Быстро. Я. Я бы ее сказала. А вот теперь часто не теряем. Я первая выпрыгнула. Донат первый сказал, да? Нет. А Донат, тебя не слышно, может быть, из-за этого. Yeah. Может быть, первый, но тебя не слышно было. Там девушка какая-то сказала. Вообще-то вот, мне сказала. Я сказала первое. Вот плохо, что у нас нет этого фиксирующего прибора, но опять же, это издержки нашего онлайн как бы заседания. Что делать-то? Кому сегодня дадим? Сегодня... Может быть, имя свое говорить, а не я, потому что все я кричат, и непонятно, кто я. Давайте фамилию хотя бы. Давайте фамилию. Давайте фамилию, да. Да, что-то такое. Давайте попробуем с другого вопроса, вообще с другого. Вот прямо быстро, 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 быстро сказаем. Итак, у Винни-Пуха был друг. Пятачок. Пятачок. Кова. Пятачок. Фамилию сказать. Это Пятачок говоришь? Дюхина. Я видела, что Винни-Пух. Надо фамилию сказать. Поплова, я сказала. Хохлова. Надо Хохлова, мы с тобой разберемся. Смотрите, я видела Игоря первого, сказала Игорь первый, Пятачок, но он неправильно, не по правилам пошел, потому что мы говорили, да, надо было фамилия, да. Фамилию сказать, да, да. А меня вообще слышно, скажите? А если бы Игорь, если бы Игорь сказал фамилию, то все поняли бы, что у Винни-Пуха друг Игорь. Надо фамилию говорить, друзья. Давайте еще раз попробуем. Быстро, да? Быстро-прибыстро. Кого дала в помощь Герде маленькая разбойница? Леня. Ходина. Ходина. Кто первый сказал фамилию свою? Я. Ходина. Ходина. Правильно, я тоже ее увидела, Ходину. Да кто, кого? Еще раз скажи. Леня. Правильно. Вот давайте будем по такому принципу идти, фамилию свою говорить. Поняли? Дальше. Какое волшебное средство было у Аладдина? Хотина. 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 Я слышала, что Хотина. Как? Лампа. Лампа. Пишу тебе +2. Лампа Аладдина у него была. Не, ну я знаю, что много. Дальше. Кто полетел с дикими гусями в Лапландию? Аксенова. Дюхина. Аксенова, говори. Аксенова, говори. Нильс. Молодец. Аксенова засчитывается. Дальше.
Теперь нужно будет тест пройти. Как называется, ну, выбрать одно из трех. Как называется сказка Шарля Перро? Три сказки рассказываю. Быстро. Синяя шапочка, синяя ленточка, синяя борода. Аксенова, я видела, что Аксенова слышала. Да. Какая была сказка? Синяя борода. Правильно, Аксенова засчитывается, плюс еще пять. Вот, у меня, я так глядишь на обслуживание кабинета. Следующее, друзья, следующее. Опять же, быстро соображаем, говорим фамилию, поняли? Фамилию, а не ответ. Так, по-моему, лучше получается. Да. На ком совершила Дюймовочка свое путешествие в теплые края? Дюхина. Я не слышала ответ на твой вопрос. Шапкова. Беларикова. Зюхина на ласточке. Кто сказал? Я не слышала. Попкову вообще слышно? Я говорю, меня никто никогда не слышит. И я тоже говорю, меня не слышно. А прикиньте, я вообще никого не слышала сейчас. А кто первый Попкова был? Попкова. Перед Зюхиной сказала Попкова. А Зюхина была первая? Сказала я, Белоликова. Так. Пропускаем. Кто может правильно, адекватно сориентироваться? Ласточка. Засчитываем ответ или нет? Попковой, да, засчитываем. Засчитываете, да. Попковой. Угу. Попкова. Угу. Стала. Следующий вопрос. Так. В каком году съедается больше пищи, чем обычно? Зюхина. Зюхина, слышала, да? Високосный год. Високосный год, правильно. Я слышала, это первое, да? Да. Так, плюс один. Правильно, високосный год. Следующее. Чем пользуются другие люди чаще, чем вы сами, но принадлежит оно только вам? Зюхина. Именем. Ершова. Я, можно сказать? Имя. Да, правильно, только кто-то Аксенова говорил первое. Полоселова. Да, Полоселова, да, правильно. Имя, да, имя Полоселова. Я тоже тебя услышала первое. Следующий вопрос. Что у человека только одно, а у вороны уже два, а у медведя вообще нет? Кино. Жилье. Лукашева. Буквы О. Да. Лукашина? Мукашева. А, Мукашева. Буквы О, правильно. Лена, мне не слышно? А, нет. А кто был? Это Белоликова. Что-то я говорю, вообще ничего не слышно. А надо было звук включить. А у меня не включен разве? Нет. Так, когда включить? А все, теперь ты включила. Внизу включи. Сейчас ты включила. Не включено. А, давайте дальше. Какой бывает конь при покупке? Ершова. Ершова, говори. Не Федя. Новый. Говори. Новый. Нет. Федеральный. Не Федя Иван. Не Федя Иван, говори. Дареный. Нет. Какой бывает конь при покупке? Дареный. Какой бывает конь при покупке? Покупной. При покупке какой бывает конь? Железный. Нет. Виситова, даренный. Нет. Мокрый. Мокрый. Кто сказал мокрый? Зайковская. Зайковская засчитывается. Почему мокрый? Мокрый. Зайковский. Чтобы он блестел, продажа должна блестеть. У продажи все блестит. Дальше.
Дальше, дальше. Вообще из другой сферы сейчас выйду. Просто у меня очень далеко друг друга эти все вопросы. Так, итак, смотрите, из нашей среды, кто первый, тот молодец. Какой диапазон стоимости входа в проект от и до? Хохлова. Никитина. Хохлова первая сказала. Хохлова, не ошибись. А диапазон в тринаре или в бинаре? Вообще в бизнесе, я шла, в бизнесе. Вообще мы начинаем от $10. Так. Начинаем, правильно? Дальше диапазон какой? Я теперь реально боюсь ошибиться. Диапазон нашего бизнеса от 10 дальше? 10 049. Молодец. Я так боялась ошибиться. Молодец. Вот смотрите, а кто-нибудь об этом знал еще дополнительно? Да, 10 061. А вот, ну, это мелочи, да, а вот, честно говоря, кто-нибудь вообще это знал? Ну, а кто не знал? Да, да. Не знала. Что знали, Лена? 7000 плюс 3049. Да, да, да. Поэтому, знаете, наш диапазон, так, я засчитываю это Хохловой. Благодарю. И мы благодарим. Так, следующий вопрос. Так, следующий вопрос. Только надо будет сразу говорить фамилию, чтобы я не... Даже потом не растягивайте время, потому что как сейчас Хохлова растягивала. Боялась определиться с ответом, поняли? За что мы получаем деньги в компании? Срочно ответить, быстро. За рекомендацию. Фамилия какая была? Зайковская. Зайковская, говори. За рекомендации. За рекомендации. За рекомендации чего? Торсистем. Хохлова, можно скажем? И все? Модули обучения. Вот давайте, вот смотрите, вот у нас сегодня будет сейчас такой тестовый промежуток. За что получаем мы деньги? За работу над собой. Хохлова, может сказать? Mm-hmm. Давай. За приглашение людей. Бизнес. Ну, рекомендация это и есть сказать? Приглашение в бизнес. Светланова, говори. За личную трансформацию. А теперь у нас что-то не было. Можно сказать? Говори. За продажу нашего модуля. За продажу. Мы получаем деньги. Так, дальше. Слушайте, вообще... Дальше. За принятие решения. За принятие решения купить нашу торсистему. Так, все. Ну, оно все правильно, оно все сходится. Но вот смотрите, вот кто-нибудь из вас, считаете, кто ответил прям вообще в яблочко? Кашева. Кто? Ну, Кашева. Система обучения, торсистем. Ну, это уже Лена, говорили. Лена, вопрос с подвохом. Продвижение. За что? Ну, Кашева, можно ответить? За что мы получаем деньги в компании? Продажу модулей. За партнерку. За подключение в бизнес. Ну, если конкретно, то за продажу. Вы можете предлагать, можете рассказывать, но если не совершить продажу, вы деньги не получите, если уж конкретно. Продажа модуля нашего, да? Ага. Кто, мы получаем деньги, когда человек Лукашева, можно модуль, мы я получаем коллег. Деньги. Так, интересно. Лена. Да, говори. А вопрос-то с подвохом? Он, знаете, не с подвохом, но он прям четким, с ответом четким. Яковлев. Потому что администрация это тоже деньги зарабатывает. Вы же тоже активные участники. А при чем здесь администрация? Я спрашиваю, за что мы все получаем деньги в нашей компании? За что? Яковлев, можно ответить? Говори, Яковлев. Продвижение программы. За продвижение. Обучайся, рекомендуй, зарабатывай. Смотрите, вообще на самом деле простое слово, вы все правы были, да, но вы все как-то трактовали, а на самом деле мы продвижники движения. Если будешь продвигать, зарабатываешь, не продвигаешь, сидишь просто и пользуешься системой, и все, правильно? Ну да, я так и сказал, продвижение, да. Правильно, вот сегодня засчитываю. А чем отличается рекомендация от продвижения? Это рекомендация, ты можешь порекомендовать яблоко, но его не съедят. А за продвижение, смотри, я могу быть сегодня усидчивым, устойчивым,
и продвигать, независимо от того, если мне скажут нет, то раз. Если мне скажут нет, я не с ума не сошла, я дальше продвигаю. Я за продвижение, за свою устойчивость получила деньги следующую. Поняла? Это две разные вещи. То есть есть продвижник, есть предлагать, ну, допустим, вы говорите, мы за продвижение, ой, господи, за продажу. Смотрите, окей, чтобы продать, мы должны показать свою позицию, что мы реально в этом бизнесе находимся, ну, продвижниками, да, то есть эту систему мы продвигаем с мотивацией. У нас есть поощрительная программа, у нас есть план выплат, мы об этом говорим, и за это продвижение вы получаете деньги. За продвижение системы финансовой, за продвижение системы обучающей. Если вы не будете продвижниками, вы не будете получать. Поняли вы? Это вам сегодня мастер-класс. Дальше. Ну, не знаю. Относительно. Поняла. Знаете, вы можете, вы вообще на самом деле все правы, но вы суть, не, про суть никто не сказал. Вот Игорь, как фамилия у Игоря? Яковлев. Яковлев. Вот запомните сейчас, что мы сегодня продвигаем. Мы сегодня продвигать можем не только торситом, а можем продвигать систему финансовых выплат. А что мы сегодня... Вот смотрите, подаем идею. Секундочку. Есть партнеры, которые продвигают только тор, а они не про финансовую систему, они ничего не говорят. Что, они продвижники? Ребята, давайте не петь, уже праздника хочется. Так, давайте поиграем еще. Вам охота еще играть? Да, интересно. Да, может, будет еще возможность, да. Есть такая возможность. Дальше поехали, да? А, кто ответит быстро? Что такое бинар и бинарная пара? Быстро, 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 быстро. Зюхина кто? Зюхина, ну ты первая говори. Бинар – это устойчивая математическая модель, которая просчитана... Это нерушимая модель, которая просчитана математически. А бинарная пара, когда слева и справа встают аккаунты и схлапывают, происходит сложение бинарных пар. Она может быть одинаковые неравная. Суммы. Не на одинаковые суммы, на разные. Треугольник. Но схлапывается сумма... она на одинаковые. Нет. При зеркальных суммах. Да, если, да. Допустим, $1 слева, а заходит 100 справа, то схлопнется бинарная пара на $1, 99 будет в резерве для следующей бинарной пары. Зюхина, ты ответила на вопрос на самом деле. Просто можно проще это, ну, как бы слова подбирать, да, зеркальные пары хлопаются, ну, и получается бинарная пара. Зеркальные суммы хлопаются и в бинарную пару превращаются. А я думала, сейчас Казахстан ответит опять про жениха и невесту. Я хотела, Юля, сказать про жениха и невесту, но это их бренд. Помните? Да, это казахская тема, жених и невеста. Вообще, на самом деле, Казахстан, давайте не спим, мы хотим, чтобы вы проявились. Кстати, вот всю эту активность, она все равно будет проявлена в следующем году. Следующий вопрос, быстро. Какие механизмы позволяют зарабатывать бесконечно в тренаре? Механизмы их два, быстро. Аксенова! Аксенова! Реинвест и апгрейд! Аксенова, 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 слышала, говори, говори. Реинвест и апгрейд. Бесконечно можно зарабатывать путем реинвеста. Молодец! Кто не знал, на вооружение берем и в путь. Аксеновой записываю. Плюс еще один. Я уже заработала. Молодец! Она слышна. Что? Так, следующий, да? Следующий. Кто быстро ответит, опять же, фамилию называем и все. Почему выгоднее приобретать 7 ячеек в бинаре? Хохлова. Зюхина. Хохлова, говори. Потому что на 7 кошельков зарабатываешь сразу же. Делаешь одни и те же действия, зарабатываешь 7 раз с 7 кошельками. Ну, верно. Действие одно, а заработок на 7 кошельков. Кто не знал, пишите себе, как такое, скажем, комментарий, чтобы вы... Больше бинарных пар. Больше бинарных пар, все правильно. Так, выходим. Слышно? Так, следующий вопрос, и не из нашей темы, вообще из другой. Быстро отвечаем, фамилию называем. Какие буквы русского алфавита предпочитают сидеть на трубе? У нас Клопина была первая. Клопина.
Романова. Котина. Короче, я по себе первую слышала, Светланова. Потом... Вопрос не засчитывается, по-моему, все знают. Все знают. Он такой, знаете, как раз на этот, на, ну, на скорость. На скорость, да. Давайте дальше. В каком случае испорченным телефоном пользуются несколько человек? Светланова. Давай говори. Когда играют в игру испорченный телефон. Молодец, Светланова, записываю. Молодец. В расслабленном состоянии сидишь, молодец. Следующий. Что обычно сносит у человека, отличающегося неадекватным поведением? Светланова. Ершова. Я слышала Мукашева первая. Мукашева. Говори. Крышу. Молодец. Мукашева, пишу. Еще башню. Да. Мукашева пишет правильно. Башню, крышу, да. Дальше. Вы не устали? Нет. Хорошо. Деньги классно зарабатывать, правда? Нет, просто супер. Да, вопросы закончили. Нет, вопросов много на самом деле. Ты праздник так играть. Нет, мы весь праздник играть не будем, у нас программа-то еще продолжается. На какой улице жил человек, которому присуще нарушение способности... Лукашева. Говори, Лукашева. Бассейн. Молодец, записываю тебе еще плюс. Улица Бассейная. Ответ: рассеянный жил на улице Бассейная, да? Одна. Реакция быстрая, молодец. Следующий. В каком случае к фамилии Гоголь присоединяется еще одно слово? Яковлев. Яковлев, говори. Моголь. Молодец. Яковлеву еще плюс один ставлю. Угу. Так, у меня что-то почему-то экран вижу чей-то. Ребята, выключите. Эрик включил экран. Демонстрацию экрана. Эрик, мы просматриваем твой экран. Пожалуйста, убери свой экран. Уберите экран. Сейчас мы увидим все секреты твои. Вот где доллары-то все. А вот Алматы видим. Так, Эрик, убирай быстрее. Так, как... А теперь Игорек пошел. Как мне это убрать, ребят? За нами следят. А как мне убрать? Можно мне его убрать? Все. Дальше. Как называется открытка, в которой обычно пишут самые горячие слова? Как называется открытка, в которой обычно пишут самые горячие искренние слова? Копинская. Светланова. Копинская первая была. Копинская, слышала Копинскую, да. Поздравительная. Нет. Мукашева. Светланова, говори. Валентинка. Молодец, Светланова. Я тебе записываю. Дальше, следующий. Так. Пять секунд у меня... Закрылась. Какая... Итак, сказка. Сказка, не сказка. 4000. 125. В каком году познакомились Дана и Кононова? Дюхина. В 16-м. Дюхина первая, давай. В 2016 году. Неправильно. В 14-м. Никита, в 15-м. В 14-м. Кто сказал 15-м? Кем ты хотела? Я сказала Копинская. Копинская сказала 15-й. А? У меня Попкова сказала 15. Выйдем, когда придет. Так, подождите. Я слышала, что Копинская первая говорила. Кто слышал раньше? Я первая слышала. Ну, пусть будет первый. Катя, а я говорила раньше. Давайте, Катя Копинская отвечает. Копинская ответила, что 15-й год, правильно. А мы запомнили. А вы запомните, да? Я в 15-м году у него проходила тренинг первый раз. Так, дальше. Дальше вопрос не из сказки. Запутываю вас. Сейчас 5 секунд. У меня срывается здесь тоже все эти самые.
мои вопросы. А как зовут известную героиню, которая излишне интересовалась всем и в результате лишилась... Мукашева. Как? Анисимова слышала, да? Мукашева. Мукашева была первая. Мукашева, ага. Да я пакет, что-то могу больно встать. У нас кто-то параллельно говорит. Слышно было. Аина Симонова параллельно говорит. Я убрала ее. Говорите, кто говорил сейчас? Вопрос не слышно был. Любопытная Варвара. Правильно, Анисимова правильно ответила. Марина Анисимова. Мукашева ответила. Мукашева вроде ответила. Мукашева. Я не вижу Лукашеву сейчас. Где она? Мукашева отвечала. Да, Мукашева. А, окей. Плюс Мукашева ставлю туда. Раз вы не будете правильно. Дальше. Без какого сладкого кондитерского изделия не стоит проявлять интерес к противоположному полу? Яковлев. Мукашева. Шоколад. Светланова. Мукашева первая ответила. Светланова. Мукашева. Яковлев первый. Мукашева первый. Яковлев. Яковлев. Конфета. Светланова. Пряники. Яковлев неправильно. Кто дальше? Светланова, Светланова, пряники. Мукашева без пряников не подкатывают. А Мукашева, пускай сначала скажет Мукашева. Шоколад. Что? Шоколад. Нет, неправильно. Дальше Светланова говорит. Светланова без пряников не подкатывают никому. Пряники правильно. Нужны. Правильно. Светланова. Правильно, без пряников. Запоминаем. Какая принцесса с их худавшей фигурой, не прислушиваясь к советам отца, сбежала из дворца? А, Светланова. Говори. Бременские музыканты, принцесса бременских музыкантов. Я говорю или кто? Светланова, Светланова говорит. Принцесса из бременских музыкантов. Правильно. А, надо было сказать просто, что она из бременских музыкантов, и все. Ну, какая принцесса, да, естественно. А мы ее вспоминали. А я думала, такая-сякая сбежала из дворца. Есть на реакцию. Манурочка. Опять мы видим Эрика экран. Эрик нам опять показывает. Все к деньгам. Все к деньгам. По-видимому, ребенок играет. Как мне удалить-то его, да? Тихонечко. Так, все, опять ушло, хорошо. Что? Так. Играем дальше или проходим дальше? Ты будешь? Я не поняла вопрос. Сейчас я выключу звук, подожди. Ребеночку выключить? Да, я выключила. Анисимова, по-моему, это ребенок. Играем дальше или идем по программе дальше? Играем. Еще и играем. Играем. Да. День и ночь чем отличаются? Оканчиваются. Время суток, Аксенова. Попкова. Капинская. Хохлова. Кто говорил первый? Аксенова. Аксенова. Аксенова говорила, говори. Время суток, день, светлые ночи. Попкова вторая была. Попкова вторая, неправильно, Аксенова. Попкова отвечает, мягкий знак. Молодец, Попкова, пишу. Да, точно. Я пишу Попкова плюс еще один. Угу. Молодец. А, когда у человека отсутствует в комнате голова? Зайковская. Зайковская. Капинская. Когда он смотрит форточку. Молодец. Зайковская, молодец, плюс пишу еще один. Вопрос супер. Запоминайте, да? Ой, так, дальше, следующий. Как сделать так, чтобы у четырех мальчишек было по одному сапогу? Хохлова. Хохлова, говори. Снять по одному. Молодец, соображаешь быстро, значит, заработать. Она проходила через это месяц назад. Хохлова, тебе записываю еще один плюс. У меня ребенок просто застрял в грязи, я доставала его с одним сапогом. Я видела в сторисах, я видела видео. Практика есть, да? Да. Так, дальше. В каком месяце года разговорчивая Дашенька меньше всех болтает?
Дюхина! Дюхина, говори. Февраль. Ну, блин. Давай, давай, расскажи, почему. Почему? 28 или 29 дней. А, ну, да. Плюс, молодец, Дюхина. Читаешь сказки, смотрю, хорошо все знаешь. Так, дальше. Бывает ли такое? Ворон летит, а пес на хвосте сидит. Бывает. Дюхина! Мукашева сказала чего-то. Скажи, Мукашева, говори. Бывает. Если ворон летит в небе, а пес сидит на земле. Неправильно. Неправильно. Следующий кто? Дюхина была вроде. Была, но этот у меня собака лает, караван идет. Тут не к вороне дело-то. Кто следующий? Лена, повтори вопрос еще раз. Бывает ли такое, ворон летит, а пес на хвосте сидит? Конечно, бывает. Пес всегда сидит на хвосте, а ворона летает. Зайковская, правильно. Зайковская ответила? Да, да, да. Пес Зайковская. Сидит на своем хвосте, да, 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 да. Нет, не бывает, пес сидит на своем хвосте. Зайковская, пишу плюс. А я также ответила, это неправильно разве? А ты сказала, что бывает. А это не бывает. Пес сидит на своем хвосте. Понятно. А вот. Так. Ну что, друзья, давайте поработаем немножко, еще пару вопросиков из нашего бизнеса и закругляемся, окей? Угу. Итак, по бизнесу. Быстро соображаем, не тормозим. 5 секунд. Вопрос у меня вниз вверх прыгает. Итак, вопрос. Привет. Господи, не вижу. Ой, привет. Секундочку. Чем подтверждается бесконечная нерушимость бинара? Экселевской таблицей. Дюхина. Дюхина, выскочка. Опыт, опыт. Получается, что засчитываем Зюхины, да? Засчитываем. Так, Зюхина плюс... Смотрите, вы вот эти вопросы, на самом деле, почему она быстро, да, потому что разобралась, а вы сейчас смотрите, кто-нибудь из вас знал такой ответ, что нерушимость маркетинга в бинаре подтверждается таблицей Excel? Знали об этом? Математически, да. Ну, скорее всего, математикой, да. А потом уже на основе математики. Excel. Ну, математику можно проверить любому человеку, кто владеет таблицей Excel. И даже кто не владеет, да, можно показать эти все цифры любому бухгалтеру. Вот и все. И в ролике, да, об этом, в ролике об этом говорится тоже, что все просчитано математически. Да, 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 да. Так, дальше. В чем заключается последний вопрос? В чем заключается упражнение расширения сознания? Это из модуля. Это вопрос из модуля. В чем заключается упражнение сознания? В чем? Мукашева. Говори, Мукашева. В том, что мы сначала отдаляемся, то есть идет увеличение масштабов, а потом, наоборот, уменьшение, внедрение до микроскопического. Я не знаю, правильно говорю? От микро до макро. Ну, ты правильно поняла. Да. Да. То есть, кто сегодня проходил модуль, кто об этом первый раз слышит? Упражнение расширения сознания в этом заключается, что мы должны, ну, это как бы уже из модуля, да, кто не знает, но просто есть смысл об этом сейчас сказать быстренько, что наше сознание расширяется, если мы способны ставить себе вселенную от микро до макро, да, то есть таким образом и себя чувствуя, расширяя себя в том же направлении. Очень хорошее упражнение, которое позволяет себя и свое движение масштабировать на самом деле. Советую всем... От внутреннего к внешнему. Да, да, советую всем этим воспользоваться. И не один раз, а постоянно. Ну, есть что... ролик на Ютубе, называется «Девятикратная система исчисления». Десяти, ну, наверное. Или на Ютубе ролик есть, можете зайти и посмотреть. Хорошо, друзья, сейчас я записала все ваши ответы. Вот. У меня выложу потом в чате всех победителей. Обязательно вышлите потом мне кошельки пофамильно, да? Я всем перекину обещанные $5 за каждый вопрос.
Благодарю, это было классно. Благодарю. Очень весело, благодарю. Вот, следующим, в принципе, этапом мне хочется сделать, помните, по стаканчик воды, да? Все приготовили стакан воды? Так. Да. А бокал можно? Можно бокал, можно стакан. Ну что, смотрите, в чем заключается следующий наш этап нашей встречи. Вообще, все наше дело мы сейчас зафиксируем коллективно. Можете выключить звук, это очень будет хорошо, если будет мой звук, потому что сейчас будет мешать любой ваш звук, я включу музыку. Так, сейчас я выключу Анара. Так, кого еще выключить? Слушаем весь, все условия следующего нашего этапа встречи. Сегодня ведь наш корпоратив, сегодня мы с вами не пьем вино, не закусываем там селедочкой, да, как говорится. Мы сегодня с вами виртуально встречаемся, и корпоратив заключается, наш будет не в еде, в поглощении там разной пищи, а именно в поглощении коллективного сознания, коллективного решения создать движение на 2020 год. Для этого нам потребуется сегодня стакан воды, который сегодня в процессе 3 минут будет заряжаться не только вами, а теми, кто сидит сегодня у этого компьютера. Я включу музыку. Я включу музыку, в чате, пожалуйста, дадите мне, вы можете ничего не говорить, просто поставите плюсики, если слышно будет музыку. Если не будет слышно музыку, я пока не настрою, не начну этот классный ритуал. Это классная очень штука, которая работает на 1000000%. Я просто сама этим часто занимаюсь, и сегодня хочу поделиться очень мощной практикой, и когда ее делают много людей одновременно, в одном моменте здесь и сейчас, а это очень важно, что мы с вами не завтра, не послезавтра встречаемся, а именно здесь, сейчас, прямо вот в онлайне, да. Поэтому осознайте, что мы сегодня единомышленники, мы сегодня та команда, которая делает одно дело. И все из нас – это не отдельные частички, а это все частички одного целого. Это сегодня нужно понять в процессе этих 3 минут, что сегодня будет с музыкой происходить вместе с нами. И стакан поставьте возле компьютера, потому что она будет менять свою структуру от музыки и от этих импульсов, которые будут происходить в квантовом поле. Значит, что от вас нужно? Внимательно слушайте, очень важная штука. На сегодняшний секунду, момент подумайте о том, что не только вы сегодня в движении готовы проявиться в следующем году, а подумайте, что вы готовы поддержать сегодня любого человека, который зашел на этот путь. То есть ваша задача больше отдать, чем про себя подумать. То есть вы отдаете в пространство поддержку, понимание, знание и готовность помочь. Это очень мощный импульс, который вам сегодня даст в течение 2020 года проявиться, потому что наш бизнес – это помочь многим людям, да, кто нуждается в помощи там, системы финансовой, системы всякой разной, обучающей и так далее. То есть вы, через вас должна идти какое-то проявление активности и помощи друг другу в объединении. Пожалуйста, подумайте, кто сегодня сидит, находится в нашем зале, можете друг друга поблагодарить, кого вы видите, да, кто вас сегодня очень сильно поддержал и так далее. То есть ваша сегодня благодарность, поддержка, улыбка, доброе слово. Постарайтесь о себе не думать вообще. Вот в этом процессе о себе не думаем, думаем о том, кого вы хотите внутри выдать этот импульс, да, кто вас возбуждает на благодарность, да, и на какую-то активность. В этом процессе очень важна синхронизация, расслабление и искренность, потому что если мы будем искренни за эти 3 минуты, то в то, что мы сегодня запускаем в 2020 году, это должно приумножиться в 100 крат, потому что мы сегодня коллективно думаем, а не думаем как-то поодиночке. Поэтому запуская мощный процесс сейчас и в Новый год, опять Эрик у нас включил экран, пожалуйста, выключите. Сейчас, я секундочку, ага, благодарю. В чем заключается фишка? Что вы эту практику можете как использовать в новогоднюю ночь, когда будут куранты бить. Вот, когда у нас будут куранты бить, вы можете в компании друзей или в семье создать то же самое коллективное намерение. Оно работает гораздо сильнее, и чем ваше одно намерение.
Помните, да, про кулак. Один палец не сможет все выдержать, да. Кулак может выдержать большую как бы нагрузку, даже по килограммам, да. То есть, когда пять пальцев хватает за что-то, да, мы можем больше усилий как бы предпринять и больше удержать. Поняли, да, фишку? Поэтому мы держимся сейчас коллективным сознанием за наше движение и друг друга поддерживаем, включая музыку. А музыка очень крутая, классная. Кому понравится, потом ее перекину. Сейчас вы дадите мне обратную связь, чтобы я слышала. Так. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если слышно. Все отлично. Yeah.
Так, друзья, выходим из своих, из своего космоса. Меня слышно? Слышно хорошо. Я, знаете, сейчас инсайт поймала, на самом деле. Угу. Я сейчас поделюсь своим инсайтом, а потом, если у вас есть что-то будет сказать, тоже скажите. Я сейчас ощутила вот невероятную силу прямо вот в моменте, вот если честно, что вот не я одна со своими мыслями, да, с какими-то там желаниями, а действительно почувствовала какую-то общность, взаимодействие какое-то вот сейчас вместе с вами. Я прямо почувствовала это. Прямо инсайт вообще удивительный. То есть я почувствовала какую-то силу, не только свою, а еще и со стороны. Слушайте, я благодарю вас за эту коллективную медитацию. Я вот честно это делала и честно каждого благодарила. И если у вас есть что-то такое подобное, отдельно какой-то инсайт собственный, можете поделиться. Можете водичку... Можно, Лена, мне сказать? Да. На самом деле, вот подобные медитации, которые происходят, когда ты не один, когда много людей, да, и вы все объединены одной какой-то, ну, то есть одна мысль этой медитации, они на самом деле намного круче работают, чем когда ты делаешь это одна. Поэтому вообще можно, в принципе, такое завести на самом деле, как бы, да, практику ввести и делать как бы подобное, потому что когда ты не один это делаешь, это вообще намного круче срабатывает. Да. Можно на все что угодно делать, на деньги, на отношения, там, я не знаю, на мужа, на жену. Да, да, да. Работает. Я тоже бы хотела сказать. Планова, можно сказать? Я Зайковская первая хотела сказать. Да. Благодарю, Елена, за слово. На самом деле я впервые не думала о себе, вот получении каких-то, да, благ. И действительно, это очень уникальное состояние, когда ты думаешь обо всех и желаешь всем, чего бы ты хотел себе пожелать. И вот в какой-то момент я даже начала терять, ну, как бы, над собой власть, потому что ощущения были такие волнительные и тревожные, что прям даже немножко как-то было даже... страшно, что ли, как-то неожиданно, вот, поэтому уникальное благодарю и до сих пор еще под впечатлениями. Да, классно, когда ты искренне это делаешь по-настоящему, а не просто прослеживаешь сам процесс, да, не наблюдаешь на процессе, а сама в процессе находишься, это круто. Да. Анна, можно сказать? Говорите, ага, говорите, Светочка. Ага, благодарю. У меня, я закрыла глаза и все время была закрытыми глазами. У меня была такая вспышка желтого цвета, и вот она все больше и больше становилась, и внутри меня этот шар в душе такой, он прям раскрывался, расширялся. Но там, правда, доли секунды какой-то, ну, какой-то момент был, когда меня окунуло в, ну, в прошлые тяжелые отношения, и я в этот момент, ну, почувствовала, как мне было больно, и тут же начала благодарить. Ну, как бы за этот опыт. И потом опять снова к вам вернулась, и этот шар еще больше стал. У меня вот мурахи идут прямо. Вот, благодарю, благодарю, благодарю. Классно, классно, Светик. А если у кого-то... Ну-ка, питерцы, вы там втроем сидите в масках, рассказывайте, что вы там чувствовали. Волосенова, Аксенова, Нечаев, чего молчите? Я вас не слышно. А мы тут скриншоты делаем просто. У нас просто, ребят, если можно, включите все камеры. Антоха просто уходит, и мы хотели сделать скриншот. Давай, давай, давай. Включаем камеру. Включите камеры, пожалуйста, люди. Давайте. Воду так пить можно? Нужно, да, что с ней делать? Воду нужно пить. Благословением, конечно, пейте. Волшебная вода. Ага. Да, а еще, Лен, я хочу вот сказать, что... Ну вот после Кисловодска реально чувствуешь себя вот, ну, вот как бы одним целым. Класс. Вот, и поэтому, дальше, когда вот сейчас совместная медитация, сейчас вот мы делали, ну, просто хорошо. Реально, реально хорошо. Ты понимаешь, что ты там, где ты должен быть.
Здорово. Все по одному пути шагаем, правда? Одна дорога на всех. Да, прикольно. Я могу сказать, да, тоже? Да, говорите. Да, благодарю. Благодарю за слово, благодарю за вот это приглашение. Это очень круто, на самом деле. Я раньше слышал много про разные практики, там это, но когда сам пробовал, ну, какая-то ерунда, честно говоря, получалась, ничего не ощущал, то есть, какие-то непонятные движения, недвижения, то есть такое. Вот, сейчас именно реально вот прочувствовал такую энергетику, то есть вот, и как говорил Александр Станиславович, чтобы быть счастливым, это тогда, когда ты ничего не желаешь. То есть в тот момент, то есть ты счастлив. И вот действительно вот сейчас вот это я понял, что вот желаю всем благодарности с чистой душой. И вот это очень круто. Я вот на себе сейчас это испытал. Потрясающее ощущение. Благодарю. Всех благодарю. Да, я тебе благодарю за обратную связь. От мужчин еще особенно приятно. Ну что, друзья, смотрите, в таком на самом деле направлении и двигаться нужно, когда мы и все за одного, один за всех и все за одного, да, как говорится. И если мы будем в течение 2020 года обращать внимание на тех, с кем мы идем вперед, то у нас движение будет такое нерушимое. Потому что когда мы в одиночку просыпаемся и знаем, что мы одни, и не знаем, чем заняться, с утра с чего начать, это одна история. Но когда мы просыпаемся и понимаем, что мы в команде, и сегодня нужно созвониться с командой, пообщаться, какое у них настроение, узнать, что будем делать вместе, а не один. Вот так и случается другая история. Понимаете, о чем я говорю? И тогда в 2020 году, если будем с такими мыслями просыпаться и действовать, тогда это будет нерушимое движение. И никто с этого пути не собьет. Поняли, в чем фишка? Яна, можно прямо еще пару слов добавить? Давай. Я смотрела на все, значит, наши картинки, да, кто открыт, кого видно, и так посмотрела, говорю, у нас больше 2000 человек уже, да, партнеров, думаю, всего лишь 50 участников, как нас мало, а потом я осознала, как нас уже много, ребята, которые слышат, отзываются, и нас будет еще намного больше, поэтому все только в начале, всем благ. Не стесняемся, несем, рассказываем, доносим. Мы нужны людям. Самое главное вот это помнить, что нас ждут люди. Они о нас еще просто не знают. Всех благодарю. Я благодарю тоже за обратную связь. И очень, кстати, классно подмечено. Я вижу, что многие пока наблюдают. Даже в нашем зуме не все активны, да? Вы сегодня заметили, кто был активный, да? Там быстро говорили на вопросы, ответы, ну, давали реакцию. Поэтому нормально, когда есть люди наблюдающие и есть, которые активные. На самом деле наблюдатели, у них тоже свой процесс происходит, и всему свое время, и они начнут говорить, и они начнут писать ролики в Ютубе. Просто им нужно дать пример, чтобы они дольше это видели. Чтобы, допустим, есть такая фишка, когда человек на полпути сам сбивается, а его наблюдали, наблюдатель тоже теряет веру в это движение. Понимаете, о чем я говорю? Он наблюдал. Человек вроде был в тонусе, такой весь молодец, потом раз сломался. А тот наблюдатель говорит, что я буду этим заниматься, если у них сил не хватает, значит, ерунда, а не движение. Поняли фишку? Вы должны показать свою непоколебимость, что ли. Потому что у наблюдателя, вот Юля Хохлова не даст соврать. Юля Хохлова однажды наблюдала меня полгода, а может быть 8 месяцев, прежде чем зайти в мою команду в предыдущем проекте. А если бы я взяла бы и, допустим, через 3 месяца свернулась бы в своем движении, понятно? Это дело, чтобы я бы эту Юлю Хохлову как бы в свою команду не смогла бы как бы, да, завести через определенный промежуток времени. Но благодаря моей непоколебимости, то есть моей выдержке, моему пониманию, да, человек просто взял и не вытерпел и пришел в команду. Юля, скажи, подтверди. Ну да, на самом деле это правда, когда нужно постоянно транслировать то, что с тобой происходит, соответственно, люди это смотрят, господи, там что у нее, что-то не... еще до сих пор все существует, да, это позвонит. Еще хотела, знаете, какой момент сказать по поводу вот этой практики, все ощутили вот этот момент здесь и сейчас, я, да, думаю, что все кайфанули вот от этих 3 минут буквально, вот, и знаете, когда вот периодически жизнь дальше, да, пойдет, мы там отключимся все от этого зума, и вот находитесь в нем почаще, вот в этом состоянии, здесь и сейчас, вот вам сейчас было клево, то есть
завтра это еще завтра, но не факт, что наступит. Вчера уже его нет. То есть вот именно вот в таком вот состоянии. И по поводу денег еще хотела сказать. Да, вот Лена, кстати, очень крутая была игра по поводу денег, чтобы люди тоже понимали, что по факту деньги это просто бумажки, которые зарабатываются легко. И даже сейчас, кто как бы победил, вы даже бумажки не получите, но вы реально получите реальные деньги на своем кошельке. То есть деньги настолько просто зарабатываются, и вот эту игру, опять же, можно переложить на Jail Tour System, да, и рассказывать, ребята, тут кружочек, сюда кружочек, тут кружочек, получился человечек, ну, да. Грубо говоря, вот так вот. И вот в таком состоянии вот игры делать свой бизнес. Да. Так что кайфовые практики у нас получились по факту. Да, да. Благодарю. Юля, благодарю тебя за обратную связь. Вот именно этого я сегодня добивалась в викторине, когда продумывала вообще этот путь, как бы, как мы с вами будем взаимодействовать. Все-таки мы не за столом сидим, а рядышком близко. Я раньше корпоративы такие классные организовывала. А то мы сидим, понимаете, в разных сторонах света, в одном компьютере. Это же вообще невероятно на самом деле. Но момент игры, он должен быть в течение всего бизнеса. Поняли? Мы играем во взрослую игру. И мы занимаем очень хорошие позиции. Мы игроки, у которых, которые не могут проиграть. Просто не могут проиграть. Если ты в игре, значит, ты играешь, значит, ты получаешь. Если ты вне игры, значит, ты просто не играешь. Все. Поняли фишку? Вот. И сегодня заметила я, что многие отсиживались, просто наблюдали. Ничего страшного, друзья. Мы вас приглашаем в активную фазу 2020 года. Вот. И будем играть большую игру и делать большие-большие полезные дела для всего движения, да. Будем масштабироваться. Я думаю, что в конце этого года, ну, в следующем году все-таки мы проявим большую активность и будем качать финансовый интеллект. Я предлагаю сфокусироваться просто на бинаре, в чистом виде, да. Вот мы будем позиционировать его по-новому немножко в новом году, вот. Но кто сейчас еще не в теме, кто не в курсе, срочно изучаю бинары, смотрите бинары в Ютубе. Очень много разборы полетов везде. У Елены Зюхина есть, у меня на везде на каналах, и в нашем канале все есть. Поэтому чем быстрее эту игру раскусите, чем больше быстрее сможете вовлечь в эту игру людей. Потому что вы $5 зарабатывали за правильный ответ, а там будете получать по $5000 в день за то, что сегодня людям объяснили правила игры. Поняли, в чем фишка? Лен, если честно, по поводу бинара, вот я почему-то жду от Казахстана, когда они будут долларовыми миллионерами. Да, вот да, жду да, я да, от них вот этот момент, но они как-то еще сидят, отсиживаются, наверное, силы набирают, они хотят по твоему пути пойти. Они еще пока не раскусили, я думаю, что они медленно запрягают, но потом быстро едут, понимаешь? Да. Да, да, ну такая... Да, я думаю, про лето, Лена, ты их скажи, как его, разгарь там по полной. Да-да-да. Ну что, ребят, сидим уже долго, да, 2 часа почти играем с вами. Я на самом деле приготовила вам такую финальную песню, которую я пою раз в году. Я ее пою всегда, как бы вообще с детства. Я услышала эту песню от мамы своей, и она очень новогодняя и очень добрая, искренняя. Я бы хотела, по идее, бы ее спеть, но у меня прорвалась струна на гитаре. Я ее натянула еле как, и гитара не особо настраивается, но я готова попробовать, если вы не будете требовать. Вот, потому что не люблю, когда гитара такая, ну, вяжет, как говорится, да, на слух очень сильно давит. Но можно ее спеть на самом деле. Сейчас я попробую еще раз ее поставить, как говорится, на место. Сейчас. Я пока выключаю пока звук. 5 секунд. Thank you.
Алло, меня слышно? Да. Меня слышно сейчас? Так. Слышно. Надо звук выключить, да, у людей? Сейчас, секундочку, выключу. Да. Так, выключу. Да, ну... А у кого звук кричит? Вижу, не вижу. Так. Я, пожалуйста, выключите звук. Я не знаю, кто. У Эрика звук включен. А где Эрик? Так, Эрик. Сейчас, секунду, посмотрю. Вот минус, да? Есть минус один, конечно. Не вижу Эрика вообще. Не вижу. Эрик, если ты здесь, пожалуйста, выключи звук. Отключили, да? Ну, отключил. Отключил, отключил. Ой, кто-нибудь покажет, в какой стороне он находится? Марки, я выключила. Алсана? Хотели на таблетку. Лена, посмотри, пожалуйста, где у чатика, там можно выключить всем звук. Ты должна это сделать. В чате, да? Да, вот где участники группа, участники. Так. И здесь можно выключить как-то всем звук. Мы сегодня так делали. А, ой, здорово как. Еще раз покажи, я захожу на чат. Участники. Участники, ты можешь отключить чего? Камеры и звук. И прям выключить всем звук. Называется «Управлять участниками», да? Да, да, да. Так. Выключить для всех, выключить для всех. Всех. Текущий участников будет выключен звук. Продолжить, да. Все, я отключила. Меня слышно? Помогайте головой. Я благодарю вас. Смотрите, если все слышно хорошо, я, конечно, рискую. Гитара, может быть, не так настроена, но я ее натянула, как могла. Она была рвана, но у меня кое-как получилось это сделать. Поэтому я постараюсь потихоньку не дребенжать, но спеть эту волшебную песню новогоднюю, которую хочу подарить вам всем. Я очень люблю эту песню. Она волшебная для меня, потому что в ней есть одна искренность, больше ничего в ней нет, на мой взгляд. Песня новогодняя. Доченька, я сейчас буду петь, не мешай мне. Я люблю этот праздник, красивый в году он единственный. Когда год нарождается всем неизвестный, таинственный. Я лапки елки под тяжестью бусы игрушек опущены. Пахнет елкой и лесом, и снегом, и сказкой, и детством, и будущим. Мне на школьной на елке понравился мальчик давным-давно. Был одет не он не принцем, а зайцем, и ухо оторвано. А глаза у мальчишки, глаза были синие-синие. И сорвал он мне с елки игрушку-хлопушку красивую. И когда начинаются дни эти зимние-зимние,
Начинаю глаза я искать эти синие-синие. И заглядывать в лица глаза удивленных прохожие. А глаза эти синие карие, серо-зеленые, а синих нигде не найти. Я люблю этот праздник красивый, в году он единственный. Когда год нарождает совсем неизвестный, таинственный. Лапки елки под тяжестью бусы, игрушек опущены. Пахнет елкой и снегом, и сказкой, и детством, и будущим. Я вообще на самом деле еле-еле гитару трогала, потому что она реально не очень так, знаете, резонирует со мной, не в настроенном как бы ритме. Но, по крайней мере, пахнет лесом и снегом, и сказкой, и будущим. В новом году, пускай у вас будет такое состояние, что пахнет всегда вкусным будущим, и хочется в нем жить, хочется в нем двигаться, не надо его бояться, а хочется, наоборот, проявляться и объединяться, да, в нашем бизнесе, в нашем, с нашими партнерами. Я вообще всем желаю, чтобы вы ничего не боялись и смело шли вперед в новый год, как говорится. Вот, песня на самом деле классная, просто если было бы все хорошо настроено, было бы еще лучше. Я еще волновалась, потому что все не синхронизировано, ничего страшного. Я, по крайней мере, свой страх перепрыгнула и спела ее. Благодарю вас за то, что вы были рядышком. Так, я думаю, что вы можете говорить что-то, потому что я вас... Браво, браво, Леночка, благодарим, очень душевно, очень тепло, по-семейному, прям, ну класс. Благодарю, девчонки, благодарю, очень приятно. Лена, да. Помнишь корпоратив 16-го года? Я стояла, держала микрофон, ты пела эту песню, и сейчас вот эти вот моменты ностальгии, они вот вернулись. Когда ты стоишь на сцене, да, мы с Леной Толстиковой, по-моему, стояли, держали два микрофона, я около тебя, она у гитары, и, ну, вот я в мурашках. Вот, да. С одной стороны, жалко, что ты за столько тысяч километров от Череповца, а с другой стороны, есть к чему стремиться. Ага. Понимаешь? Мы можем все встретиться и обязательно спеть не одну песню. У нас скоро вообще дановские песни вообще будут как бы выложены в наших модулях, и наши партнеры должны знать все эти песни, тренинги, и будем все вместе петь. Нас вообще есть к чему объединять. То есть у нас есть песни, у нас есть материал, у нас есть... финансовая платформа. Мы вообще можем шедевры нашей встречи создавать. Шедевры настоящие. Поэтому... У меня, да, на песни, как и у Юли Хохлова, они на флешке, и они периодически крутятся. Ага. Вот, классно. Друзья, смотрите, мы с вами 2 часа провели. Я думаю, что онлайн-корпоратив удался. Мы с вами поиграли и заработали денег, кто смог, да, и попели песню. Ну, с моей стороны, я точно спела песню. Вот, и даже был какой-то бизнес-класс у нас были, такие мастер-классы. Я благодарю вас за эту встречу, благодарю, что вы сегодня все пришли. И вообще, на самом деле, мы сегодня команда, я это ощутила в нашей медитации, и я очень сильно зарядилась, я благодарю вас отдельно за это. Потому что я точно знаю, что мы с Галиной Платоновой делаем это движение не потому, что нам так захотелось, а потому что мы сегодня видим в этом большое зерно, которое сегодня... прорастет и будет очень нужным всем. Благодарю, дорогие. Лена, передай Лена, благодарю. Да. Все. Ленушка, благодарю. Благодарю, Лена, за это. Благодарю. Давайте, да, очень давайте... Что? Благодарим. Давайте сфотографируемся. Давайте сфотографируемся. Я еще вас не фотографировала для сторисов. Сейчас, секундочку. Помашите с ним ручками, да? Она у нас видит, да. Аугури из Италии. Добрый вечер, дорогие. Ну, мои детки услышали твою песню, Лен. Это Оксана Шукарева. И решили тебе пару слов сказать, Виль, давай. Да, Лена, грудаю песню, мне понравилось. Ой, как приятно. Да, детишки бегали, суетились, как услышали песню, сразу сели рядышком и внимательно слушали. Так что благодарю, классно все.
Ой, как классно, друзья. Очень приятно. Благодарю вас. Детям привет. Леночка, слова можно? Да, говорить, я записываю как раз. Говорите. Слова песни, Лена. Слова песни попросили. Я слова могу, скину, могу вам скинуть, да, если вам нравится. Я могу даже скинуть вам изначальную исполнительницу прямо ВКонтакте. Эту песню немножко по-другому поют, но вы услышите там слова, да, и музыку тоже. Классно. Скину, скину. Лен, давай, может быть, ты для сторис, мы просто будем говорить город, да, как-то. Ну, давай. Кто-то страну будет произносить, и ты как бы это запишешь. А, давай, все, Хохлова, поехала. Первая. Да. Так. Вологда. Череповец. Череповец. Кострома. Кострома. Иваново. Новогодний. Запорожье. Санкт-Петербург. Запорожье. Азбек. Азов. Ну? Иваново. Санкт-Петербург. Казахстан, Кызылорда. Так. Екатеринбург. Класс. Кубаха, Пермский край. Супер. Так, все, да? Смотрите, я благодарю вас, ребят, я все обработаю, все будет классно. Мы еще сделаем классные нарезки с нашего зума. Мы записывали наш зум, все это дело классно замонтируем и скинем вам всем, нам всем в чаты и в Инстаграме. Кстати, пожалуйста, будьте с нами в Инстаграме более активными и всех партнеров заводите в Инстаграм, потому что он очень современный, очень полезный, и сегодня есть чему поучиться, как вести страницы в Инстаграме. Там она, вы можете понять, что все вопросы и ответы находятся, в принципе, там. Поэтому ищите все наши материалы тоже там, и всех партнеров туда тоже. В новом году делаем страницы такие у всех, у себя. Итак, дорогие, что, все, мы заканчиваем. Я думаю, два часа прошли успешно. Новогоднее настроение просто у меня вообще оно такое прям 100%. Я каждого вспомню в новом году и каждого поддержу, кто в нашем движении будет проявлять активность. Люблю вас, благодарю и славлю, дорогие. Пока-пока. Прожился, прожился. Пока. Пока-пока-пока.